Барнаул, церковь. Всем доброго дня и хорошего настроения. Иду в нашу новую поликлинику. И вот хочу показать вам немножко Барнаула нашего. Какой Лёва тут стоит, красивый. Улица Балтийская. А я иду на Лазурную. Вот эта улица уже Лазурная. Такие тут для ребятишек игрульки. Снег здесь хуже вывозили. Вон какие сугробы стоят. Снега. Это все Лазурная. И дома большие. Тут везде высокие дома, многоэтажки. Тут березки растут. Тут расчищен уже тротуарчик, удобно ходить. Снега много. Здесь тень, по улицам снега много. Гриль, шаурма. Хорошо-ка тротуарчики почищенные, удобно ходить. Солнышко светит яркое. В новую поликлинику иду первый раз. Там еще ни разу не была. Такая улица. Идти еще одну остановку. Можно было уехать на другом автобусе, но он не совсем удобно. Там сильно петляет по улицам. Поэтому я решила поехать другим транспортом и тут прогуляться. Кстати, поехал автобус, который я не стала садиться, 47-й. Я уехала на 51-м с другой остановки. А он вот сейчас тот же автобус уже... Вот ничего я не сэкономила время. Ну, не знаю. В следующий раз, может, поеду на 47-м. Вот он 47-й. На 47-м я точно поеду сейчас обратно. Поеду на 47-м. Вот так дальше улочка идет, а мне туда до перекрестка. За перекресток надо пройти. За следующую остановку. Такой тут олененок прикольненький стоит. Ну вот, следующая поликлиника 14-я. Сейчас туда и пойдем. У меня рука уже подмерзла. Ну вот, на светофорчик сейчас. Да, перейду. Вот она, поликлиника. Вот, светофор 17, 15, 14. Сейчас мы с вами перейдем. Туда. 10. Человечек пошел. И мы пошли. Ну вот. Перешли. И вот она, поликлиника. Наша новая поликлиника. Громадная. Вот так выглядит. Ну, вот улица еще такая здесь. Вот отсюда. Не знаю, кому это интересно. Но Юра хоть посмотрит. Он еще тут не был. В этой поликлинике. Лента там дальше еще одна. Одна возле нас, там недалеко. Одна здесь вот лента. Солнышко сильно светит. Ну все. Пошли сюда на Охотно. Ну что, мои дорогие, тут я выключаюсь. До свидания, до новых встреч. Пока-пока.